Заблуждение о протеине. Протеин нужно принимать только в день тренировок. Так некоторые думают, мотивируя это тем, что в нетренировочные дни организм не нуждается в повышенных дозах белка. А между тем, восстановление мышц после тренировки может растянуться на неделю и даже больше. И все это время им нужны аминокислоты, составные части белков для восстановления своей структуры и роста. Без протеина невозможно накачать мышцы. По сути, протеин нужен только в том случае, если ваш организм испытывает нехватку белка при интенсивных силовых тренировках и некачественном питании. Практически невозможно в нужных количествах снабжать ваш организм белками. С другой стороны, при правильном и полноценном питании, качественной пищи, необходимости в приеме протеина может и не возникнуть. Так что накачаться можно и без протеина, но в большинстве случаев с протеином это легче сделать. Протеин – это искусственная еда. На самом деле протеин производят из таких продуктов, как соя и молоко, реже яйца и мясо. С помощью различных термических и химических реакций из этих продуктов выделяют белок и получается концентрат в виде порошка. И в этом плане он гораздо более натуральный, чем, допустим, сухое картофельное пюре. Белок нужен только профессиональным спортсменам, как вы сами понимаете. Белок нужен всем. Бывает, что даже люди, которые не тренируются, принимают протеин, так как у них напряженный график работы и зачастую нет времени просто поесть. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! If you wanna check, then you gotta keep your space. I'ma take another shot. Drop the album, didn't flop. Flow contagious, shaking pox. Got too many